Так, 24 марта 2018 год, Харьков. Это дорога с поселка Жуковского на Харьковскую Швейцарию. Вот этот дом коричневый, хороший ориентир. Вот здесь мы выходим с конечной 247 в моем случае. 278 есть и 33, да, а 240 здесь останавливается. Вот там есть церковь, да? Конечно, 240-го, 65-го, 240-го это с барабана. 240-го с Барабашова едет, да? 302-й с вокзала. Спасибо большое. Так. Ну, в общем, вот этот дом наиболее яркий такой ориентир. Рядом с ним начинается тропинка. Ну, с Белгородского, да. Там я уже снял. Вот еще хороший ориентир, военная часть. Вот мимо него, как раз мимо этой части. И вот эти вот столбики, это уже сама Харьковская Швейцария. Начало подъемников. Плохо мне в экранчик видно. Сейчас я... В общем, там с плафонами, ты представляешь, вообще не видно. Ну, должен быть сейчас в кадре. О, вот он, столб с плафонами, это уже верхняя точка подъемника. То есть тут расстояние от конечной 1200 метров, минут 15 топать, если пешком. А так, в общем-то, добираться удобно. Допустим, в Северной Савлоке я добрался за 23 минуты на маршруточке. 24 марта 2018 год, Харьков.